И сегодня я покажу вам свою канцелярию, которую я купила. Первое, что я купила, это папочка. Эту папочку я буду использовать для всяких проектов, чтобы не мялись листики. И она в розовом цвете. Да, она заметьте. В розовом цвете. Ну, а как она? Да, продолжение розового дня. Еще я купила обложки. Там это еще не все обложки. Вот. Обложки разных размеров. Да, вот. Для тетради. Вот. Все красивые. Сколько тут их? Раз, два, три, четыре. Четыре штучки. Посмотрим, для чего ты сможешь их использовать. Еще у меня здесь есть вот такой вот, вот такая вот бутылочка. Тоже с розовым? Да. Можешь ее открыть, попробовать попить. Получится, как она открывается. Вот так легко и просто. Еще мне надо было в школу, на что мне надо было? Ну, на какой-то предмет 36. Я не помню, на какой-то предмет мне надо было вот такая, ну, тетрадка на 36 листов. Ну, она, конечно, не розовая, но красивая. Ну, она тебе очень понравилась. Нет. Потому что она очень стильная. Еще много-много тетрадей мы купили. У меня здесь есть вот такая вот с кексиками. Такая красивая. Она на 24 листа. Вот такая вот есть. Но это же не розовая. Но она не розовая. И вот такая вот разноцветная. Очень понравилась тебе, да? Да. И с пончиками. Теперь в этом году пончики. А это то, что мы купили в прошлый раз. А дневник тоже с пончиками. Надо что-то. А, да, у меня же еще дневник появился. Он очень красивый. А вот, вот такой мы с дневник. С донатсом. Ну, он фиолетовый. Ну, пончик тут розовый, здесь розовый тоже не присутствует. Вот такую мы в прошлый раз купили тетрадку. А тетрадка с кошечкой. Такая красивая. Мы еще купили вот такую вот тетрадочку с зайчиком и с девочкой. Вот такая вот тетрадка с ананасиками, с разными такими прикольчиками. Еще мы купили вот такую тетрадку, но она тоже не розовая, но здесь немного розового. Ну, это как антистресс краска. Потому что можно будет на уроке взять карандаш и разукрасить немного раскраску, наверное, клеточку. И еще мы купили вот такую вот розовую тетрадку с малинкой. Красивая такая. Вот это больше всех нравится? Да, мне больше всех нравится. Значит, «Чудово життя, коли в нем є я». Хорошая тетрадочка. Еще у меня есть вот такие два блокнотика. Ну, точнее, ну да, два блокнотика. Такой фиолетовый, но он не по цвету, но он очень красивый. Такой вот здесь фиолетовые листочки. Вот такой блокнотик Гарри Поттер. Патронус он говорит. Патрон? Патрон. Ну, по идее, патронус. Гарри Поттер. Магия вне Хогвартса. Здесь вот такие листики. А вот. Еще мы купили вот такие вот стикеры. Вот такие. Тут кошечки разные, на них можно записывать. Какая тебе из них больше всех нравится? Мне вот это нравится. Черненькая. Мне больше всего нравится из них черненькая, поэтому она и здесь самая большая, красивенькая.
купили вот такой пенал. Вот такой вот я повесила брелок. Вот. Внутри у меня вот такой карандаш. Мы еще купили вот такую вот ручку. И вот так вот она пишет, она масляная. Вот. Еще мы купили вот такой вот маркер. Чуть-чуть выше. Это. Ну вот, он просто. Ну, здесь он по-другому смотрится. Ну, во всяком случае, розовый. Мы купили вот такую вот резину. Резиночка в виде книжечки. Такая. Она вот такая хрустальная, как конфетка. Еще мы купили вот такой вот скотч. Я очень люблю вот такие вот скотчи, чтобы можно было оформить какой-то блокнотик. И такие красивенькие. У меня есть еще вот такие вот скотчи. Такой голубенький. И такой вот, чтобы оформлять ежедневник. Мы купили вот такой вот клей. Он такой розовенький, когда его мажешь, ой, сейчас попробую, вот, он виден на бумаге. Розовый след оставляет. Да. И видно, где ты наклеил. Купили вот такие вот жемчуги розовенькие с улыбочкой, чтобы занимать листики. Такая вот клумничка. Такая. Она открывается. Здесь, ну, будет мусор собираться. А здесь можно ее вот так вот открыть и здесь подточить. И вот такую вот ручечку большую вырастим. А что ж там розового? Ну, здесь вот у меня штучка. Розовый. Вот она пишет. Тоже масляный. Еще вот такой вот трусок карандашик. Он нежно-нежно розовый. Тоненький. Отлично. Вот пенальчик с лапками. Да, с лапками. Кошачий. Да. Розовый электронный паспорт. Не блестящий. Корректор. Овечка такая. Хорошо. Замазываем. На листиках вот так. Отлично. Красиво. Он такой ленточный. И у меня есть вот такой вот текст-выделитель. Так.
Розовый. Да. Еще я купила пару сюрпризик. Бывают эти замочек. И открываю эту капсулу. А в этой капсуле какая-то девочка. Какая девочка? Мне, наверное, попалась вот эта девочка. Ну, такая девочка мне попалась, наверное. Сейчас я ее открою. Здесь это вот такие вот резиночки, которыми можно будет стирать карандаш. Модные. А еще у меня есть вот такая повариха. Теперь я открою последний сюрприз. Интересно, какая тут куколка? Как вы думаете, какая куколка здесь? У меня есть поваришка и это. Сейчас замочек надо. О. И барабанная дробь. Или будут двойняшки. Видео подходит к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Внизу есть красная кнопочка. Надо на нее нажать, чтобы она стала серая.